Да, ребятки, все правильно вы мне говорили. Эта крышка оказалась недолговечной, точнее, вот такой вот способ ее крепления. Потому что забилась гайка полностью бетоном, и уже болт не закручивается в эти места. Сейчас буду переделывать ее. Купил обычные крокодилы, пилю вот здесь вот место просто, чтобы можно было крышку прям крокодилами вот так вот крепить к этой приваренной гайке. Вот так вот получилось. Вот такой вот вариант быстросъемной крышки для бетономешалки. И уже в процессе работы понял, что всего лишь два крокодила полностью удерживают крышку с полной бетономешалкой полистирол-бетона. Насчет тяжелого бетона вряд ли выдержала бы, но вот полистирол-бетон она точно выдерживает. Вот так вот. Такой вот простой, легкий вариант.